Несмотря на юный возраст спортсмена, футбольная борьба была нешуточная. Минувшее воскресенье прошли решающие матчи открытого первенства города по футболу среди команд детской футбольной лиги. В турнире участвовали 25 команд почти из всех районов Миасса, а также из Чебаркуля и из Полетаева. По-зимнему теплая погода помогла спортсменам провести итоговые встречи на футбольном поле. Юные футболисты младшей группы завершили матчи открытого первенства города по футболу среди команд детской футбольной лиги. В двух младших группах победу праздновали футболисты из 21-й школы. Серебряными призерами в младших группах стали игроки «Зари» из Машгородка. На третьем месте оказалась школа номер 18 и «Лотер-3». В возрастной группе 99-2000 годов рождения победили Чебаркульцы. В финале в упорной борьбе они переиграли «Строитель» из поселка Строителей. «Локомотив» из Полетаева занял третье место. В старшей группе финальный матч с участием «Лотера-4» и школы номер 21 пройдет в следующее воскресенье, поскольку в минувшее воскресенье игроки 21-й школы соревновались в Челябинске в областном турнире «Новатек».